Добрый вечер. Мы сейчас находимся в спортивном клубе «Титан», где занимаемся у нас секция армрестлинга. И мы решили открыть новую федерацию. Троеборье называется. Левая рука, правая рука и шахматы. Левая рука 25 баллов дается, правая 25. И кто выигрывает шахматы, 50. Таким образом, мы повышаем шансы наши в борьбе с командой Молдовы. Пока у нас тут выявился чемпион клуба Статов Иван. У нас коллега пришел, Смоленский Андрей. Если что, будет у него хорошо в шахматы, надо его подключать в армрестлинг. Радула проиграл и пошел бороться на руках. Давид, привет всем. Он вышел в финал с Статовым, но Статов его в упорной борьбе победил. Чемпионом объявляем Статова Ивана. Радулов ждет реванша, хочет еще раз сразиться с Статовым. В общем-то решено, на 28 марта проведем мини-турнир, сразу после того, как поборемся на руках. Возьмем часы и каждая партия по 25 минут, будет интересно. Андрей Смоленский пришел, позанимался и тут попал на шахматный турнир. В общем, интересно. 28 марта 18:30 начнем. Мини-турнир. А вдруг у нас действительно тут команду создадим. Ярославу отправим Тимьяну видео, попросим часы у него. Это надо досмотреть до конца. Что
пока соперник думает, Ваня пошел подкачать бицепс. Наверняка это ему поможет. Все, кровь пошла. Теперь Андрей подкачался, и теперь в разных условиях. Все, Саша подошел, обручку всех разогнал, блин, и ничья, короче, достаточно. Ни одного уже не осталось, обручком всех победил. Поэтому, да, я уже закончил, ничего объявляю. Не скажи. Все, я... Объявляю, ничью. Не скажи. Доиграем 28-го. Далеко не проиграл. Тут еще играть и играть. Тебе надо идти? Нет, в смысле, вообще. Проиграть? То, что мне надо идти в шахматах, это понятно. Я спрашиваю, нужно ли тебе идти вообще? Во. Вот это лучше. Пятиборье будет. Три вида у нас есть. Современное пятиборье. В общем, я решил. Объявляю ничью. А вы уже там... Думайте сами. Все, до 28 марта. Всем до свидания.